Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 6 апреля 2021 года. Я не знаю, у меня так нюх обострился, меня так бесит. У нас стало пахнуть куревом в туалете и в комнате. Или это кто-то из соседей курит, может, там вентиляции заносит. Прям вот вчера, только ночью не пахло, естественно, видимо, они спали. Я Саше говорю, надеюсь, что это на несколько дней. Good morning, доброе утро. Чао. Good morning. Good morning. Где же это пахнет? Самое главное, что я 20 лет курила, но, наверное, самые потом раздраженные становятся как раз бывшие курильщики. Нас все это 20 лет курила и ничего, всех дымило. Сережка на меня все время на кухне курила дома. Он говорил, мама, ну я же пассивный курильщик получаюсь из-за тебя. Вот. А бросила из-за Индии. Собралась в Индию первый раз. Good morning. Сколько? В 2009 году. 12 лет назад. И думаю, нет, не хочется зависеть. Вот они как сделали, собрали эти колокольчики. Не хочется, думаю, зависеть от сигарет. Тем более в ашрам еду, там курить нельзя. Вот. Взяла да бросила. Правда, с табексом. Очень хорошо табекс помогает, если есть... Ой, девочка, девочки дали палить. Если есть у тебя цель и внутренняя решимость. Если нет внутренней решимости, мотивации какой-то, то не поможет. А так вообще, конечно, он совершенно на 5-й день. Тебе так противны эти сигареты. Ты их курить не можешь. Пошли, Баффет. Он вчера договорился, что вроде бы нам опять на шведский стол. Мы доплатим просто. И можно будет на шведский стол. Идли, да, я хотела идли. I want идли. And I think чатни, coconut чатни I need. Give me one try. This you like? Yeah, this I like. And egg. I will take egg. One more, this one? Mm-hmm. Do you want Indian? Yes, I love it. В таких халатиках. Как домашние, я как домашнее платье ношу, но иногда они и на улице носят индианки, такие халатики. Да, да. Он говорит, попросил, чтобы нас обратно перевели на Баффет, шведский стол. Да. Да. Наша комната недорогая. А так мы платили 100 рублей за завтрак. Ну, в принципе, он был хороший, большой. А так, ну, за человека, а так будем 200 платить. Look, my darling. Papa love you. I love you. Вот. Они говорят, да вам же придется 400 платить. Говорю, ничего страшного. Это тоже недорого. Это джинджер. Здесь лимон. You also want ginger lemon, honey? No, I have tried.
А это Хани. Спасибо. Ой, спасибо, thank you. Пошли. Я вчера целый день из комнаты не выходила. Монтировала все, что у меня залежалось. По-моему, 169 серий у меня уже. Последняя была 169-я. А сегодня выпустила 155-ю. Открыла с утра. Значит, надо еще 14 серий догнать быстренько, чтобы поближе было к настоящему моменту. Ой, сегодня тоже планирую. Только вечером куда-нибудь выйдем поужинать. А так целый день просижу в комнате. Плюс 40 на улице. Не хочется выходить никуда. Монинг, монинг. Рыбки. Пошла отдыхать. Отдыхать от отдыха. Доброе утро, друзья. Сегодня 7 апреля 2021 года. Видеосъемка ведется, наверное, вот йоги. Может быть, тоже блогер спортивный. Ничего интересного не происходит, кроме завтраков в моей жизни. Поэтому я пошла на завтрак. Я не снимала уже 3 дня. И папа. Ой, как хорошо. Угу. Вада. Ой, как я люблю вады. Вот эти вот. Это я возьму. Ну давай, приятного аппетита, давай. Люблю. Манго, джус. Манго. Ой, вкусный какой. Very tasty. Yeah. Онлайн. Онлайн обучение йогой, я думаю. He only touching her hair for 10 times. Maybe now she explain. Yeah. Touching hair because this massage, head massage. Yeah. Она показывает, она что-то объясняет. Теперь она, наверное, о массаже головы говорит. Okay. А до того она показывала разные асаны. У нее там штатив и камера. Ты говорит, можешь к ней присоединиться. Да-да-да. И испорчу ей весь урок. Саша говорит, смотри, может быть, чему-то еще научишься, может, какой-то новый стиль себе найдешь. Я все знаю. Как у меня мама всегда говорит, я все знаю. Что ей не посоветуешь, она все знает. Да, у каждого есть свой стиль. И если кто занимался йогой, у каждого есть свой любимый комплекс упражнений. И вот пока мы тут загружаем транспортное средство своей души, кто-то вот все это время разминочки делает. Так, папа, I have idea. Let's buy a yoga map and start to do yoga every morning. I was thinking to bring from Rishikesh. Я, говорит, думал, что мы привезем с тобой из Ришикеша. I was thinking to bring from good idea, yes, good idea. Yeah, I want to do. Потому что, в принципе, да, небольшие хотя бы получасовые разминочки нужны.
И вот у нас, оказывается, есть где заниматься. Вот она вот стоит, никому не мешает. А если мы выйдем в 6 утра, так вообще еще никого нету. У нее, кстати, даже нету йоговского коврика, поэтому нам мешает не отсутствие коврика, нам мешает лень. В каком красивом розовом саре убирается девушка. Айенгар, Айенгар, чисто Айенгар, все, БКС Айенгар. Собирает все с этажей. We have to change our bedsheets. Хотим попросить поменять постельное. Где его просят? Постельное это, наверное, в этом окошечке. Никого нету. Оба. Да, вон просто не лежат. Хорошо, да, когда вернешься, поменяем. Ой. Ну вот, наверное, и все развлечение за весь день. Вчера мы не ходили на обед, не заказывали, и даже на ужин. Вчера только завтрак, позавтракали и все. Но Саши заказал, к нам вчера Мохит приходил, и они пообедали, заказали обед в номер. А я что-то и обед не захотела. Простыла немножко под эйр-кондишеном. Кёрт райс мы заказали, я заказала кёрт райс. Я не думала, что так много принесут. Оказывается, у нас и пасту можно заказывать. Саши заказал пасту на ужин. Ой. Мам. Да. I put for you pasta. I will try. I only try Tora, you not put after I will eat mine. Okay. If you want, you can. I'll eat from there like that. No problem. Я только попробую. Я хочу кёрт райс. Вкусно? Тысте. И паста тоже вкусная. Перчёная, правда, хорошо. Вот она. Wait, mama. Papa loves you very much. Papa loves you. Thank you. Ну вот, друзья, опять такой день ничего не делания. Пригласили сегодня, попросили нам постельное перезаправить. Все тут нам помыли. Вот. Саше денежку дал, там с таким удовольствием, потом все еще раз перемыл.
отдали стирку. Сейчас разобрала, опять так хорошо поглажено, прямо так аккуратно сложено. Умница. Этот наш новый вошингмен. I think cinnamon. No, cinnamon. А, чили, чили. Oh, baby. Big chili. No, uh-huh. Хорошо, хорошо. Curd rice называется вот это вот блюдо. Curd. Наподобие йогурта или кефира. Но более жидкое. И рис. Зелень еще добавили. По-моему, имбирь. По-моему, какой-то даже лимон немножечко. Совсем немножечко чувствую кисловатый привкус. Интересно. Сейчас такая музыка. Зашла в туалет. У нас там окно тоже. Цветы какие-то свисают. И такая музыка, песни поют, на гитаре играют. Я не пойму, где это? Нету. А где же это? Куда же выходит наше окно туалета? Music, I hear music from toilet, папа. Yeah? Да. Слышно вам? И опять. It was music, loud music, громкая музыка. Music. Yeah, some neighbors probably. And also smell of cigarette smoke. Yeah, but you hear? Windows closed. Да, откуда только берется? Может, оттуда? Откуда этот запах сигарет? Ой. А может, оттуда? Да, надо палочки ароматические купить. Хорошо. Где-то жизнь бьет ключом. Вечеринка где-то.